В Германии задержали 32-летнего иранца по подозрению в подготовке к теракту с использованием ядовитых веществ цианида и рицина. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый был заключен под стражу вместе с еще одним мужчиной. Пока неизвестно, насколько далеко планы иранца по теракту продвинулись и была ли определена конкретная цель. На месте ареста находились также сотрудники института Роберта Коха в качестве консультантов по биологической и химической опасности. Отмечается, что высокотоксичный рицин внесен в список боевого оружия. Цианид также очень токсичен, и даже незначительное его количество оказывает смертельное воздействие на человека. На месте событий многие из офицеров находились в защитных костюмах, а все вещественные доказательства были доставлены в синих бочках.